Майкл и Джулиен уже много лет лучшие друзья. Его поддержка — единственное, что не меняется в моей жизни. Они никогда не пересекали черту. Срочно перезвони, хоть в 4 утра. Пока он не сделал предложение... Я кое с кем познакомился. Другой девушке. Ух ты. Мы женимся. Он меня любил каждый день. 9 лет. Меня. Понятно, почему? Они с ней знакомы без году недели. Я его не отпущу, Джордж. У меня много дел. 4 дня на то, чтобы расстроить свадьбу и увезти жениха. Всегда мечтала о сестре. Я только и слышу. Джулиан то, Джулиан все. У нас с Майклом никогда бы ничего не вышло. Он тоже так сказал. Джордж, ей конец. Она боится только тебя. У меня всего 4 дня, чтобы с тобой подружиться. Будешь подружкой невесты? Что? Почему нет? Ты все равно считай мой шафер. Я вот думаю, что бы на моем месте сделала Люси Рикардо. А это еще кто? Я все рассказала, Джордж. Мы же обручены, тут нечего стыдиться. Что-то не так? Просто неожиданно. Мы думали, ты лесбиянка. Этим летом вас ждет. Давай поговорим о Джордже. Ревнуешь? Жутко ревную. Откровение. Мне кажется, Майкл на той девушке женится. Просто признайся ему. Признание. Я понимаю, что момент не самый удачный. Женись на мне. И романтика. Ким! TriStar Pictures представляет. Я третий лишний. История о том, как найти любовь. Ты правда его любишь? И решить. Или просто боишься потерять. Что с ней делать? Я тебе верила. Ну почему? Почему ты мне верила? Почему ты притворялась мне другом? Джулия Робертс. Дермот Малруни и Кэмерон Диаз. Ким! Майкл! Чудная пара. Свадьба лучшего друга. Майкл! Это подружка невесты. Она из Нью-Йорка.